Акции «Ко дню России» в онлайн-формате собрали десятки тысяч просмотров. Участники записывали видеопоздравления, рассказывали стихотворения, пели песни и делились впечатлениями. Заслуженные награды получили и герои страны, уроженцы Чувашии. Основными проектами главного дня страны стали акции «Я живу в России», «Окна России» и «Вперед, Россия». В них приняли участие представители 15 национальностей страны и мира, живущих в Чувашской республике. День России – это общий праздник. Мы видим нашу страну, как мы видим единство нашей семьи в этой стране, природу, которая нас окружает. И вот в ярких красках мы все это изобразили на окне. То есть это вот вся наша обширная земля. И мы попытались изобразить как раз свою семью на земле, на русской земле. И, ну и, конечно, изобразили флаг России как символ. В День России в Рио главы республики Олег Николаев вручил памятные медали к столетию Чувашии героям России, нашим землякам, генерал-лейтенанту Николаю Гаврилову и сержанту запаса Евгению Борисову. Еще одной медалью Олег Николаев наградил летчика-космонавта СССР полковника ВВС России Мусу Манарова, который присутствовал на встрече в режиме ВКС. Для него Чувашия – второй дом. Я считаю, что чувашский народ, он неотъемлемая часть нашей многонациональной родины, России. И я очень рад, что мне довелось пожить в Чувашии. Очень важный год, когда я заканчивал школу, это было как раз в Палатере. Это был фундамент, который потом и позволил достичь определенных успехов по жизни. Мы служим великой России, нашей родной Чувашии, и благодарим вас, Олег Алексеевич, за высокую оценку нашего скромного труда. Олег Николаев, в свою очередь, отметил, что Чувашия гордится своими земляками, которые прошли героический путь, и теми, кто сейчас служит Родине.